В Орле стартовали мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения нашего прославленного земляка Леонида Андреева. Гостей встречали сразу в нескольких локациях, где можно было проследить весь сложный жизненный и творческий путь писателя. К примеру, на площадке перед библиотекой Бунина каждый желающий мог прочитать любимый отрывок из андреевского произведения. Отмечу, что в эту субботу почитателей творчества писателя ждут в его музее.